конфеточку не отнять. Вот, раз, вот, приезжайте к конфеточке. А потом уже я спокойно покажу. То есть, чем руки ближе у вас к телу, тем они сильнее. Руки, тем вы увереннее себя чувствуете, так далее. Вот она конфеточка. Сначала вот это упражнение поделайте. На выдохе раз, конфеточку. Вот вспомните, как в детстве вас не смогли отнять бы конфеточку. Ты сейчас сразу пытаешься вырваться из его рук, а не уберечь конфетку. Видишь, ты конфетку? Груди, да? Видишь, все поднимаете как руки. А, теперь я просто тело. Я не делаю ничего руками. То есть, чтобы руки, чтобы тело. И теперь движение уже раз, вот сюда делал. Вес тела, чтобы вы привыкли. Раз. Работает тело. Руки — это слабое звено. Как только мы опускаем руки, корпус. То есть рептильный комплекс нужно сначала включить полностью рептильный комплекс. Руки при рептильном комплексе вообще не работают. Потом уже к нему добавить нужно контекст, удерживайте, да, конфеточку свежим. Руки как быстро нужно, так и остались. Я ими ничего не делаю. Таким образом я быстро. Не просто собраться, а просто конфеточку прижали. Точно. Рептильный комплекс, потом вот. Вот. А теперь в руки вы ничего не делаете руками, вы все делаете телом. Вот это и включение рептильного комплекса. Тогда вы отрываете, отталкиваете, как вы видите, вот когда я делаю, отталкиваешься и сам отрываешь. Они вырывают. Первое, что нужно усвоить в любом взаимодействии, да, что нужно первое, что включить, это рептильный комплекс, проработать его. Когда он у вас включится, тогда только уже можно идти дальше. Немножко мышцы есть. Сознание переводит. Реально, как будто вот сейчас было, как будто все в руках. У меня в руках, а у тебя уже нет. Я где-то в другом месте. Ну, помнишь, как он говорил, сознание переносит на ногу.